А для меня за свет, за воду все это, конечно, является. Но покупать не имеет все чисто, оно уже имеет. Ну да. За то, что ни за свет, ни за воду, ни за посуду, ни за что. Тогда они не делали. Да ты что? Так построили, так и есть. И квантоник не есть. Это дель 95. 95 года. Я знаю, что 20 лет. Почти 20, 18 лет. Ну. Не-не, ну видно, видишь, смотри, по потолку даже видно, что он не от, ну, тут от времени уже, ну, вот эти вот пятна. Ну, допустим, вот это, да, это видно, что оно как было, так и нет. Never made nothing. Está tal como lo compraron. Lo que pasa es que hubo una temporada que sí que lo alquilaban muy frecuentemente. Просто они какое-то время ее сдавали в аренду, поэтому она уже в таком состоянии. Sí que lo han pintado, pero... Если мы берем где-то 45-50 квадратных метров, то это получается, ну, где-то 700 евро за квадратный метр. То есть на сегодняшний момент нам пока не удалось найти ту сумму, которую мы вам обещали, но тем не менее вот такая вот история. В принципе, апартаменты достаточно большие, но от моря, ну, где-то в километре, ну, километр 200 вот так. Ну, в принципе, это Чалем. Вот такие у нас сегодня истории.